А для нас дорога в финал – это как путь на Эверест. Бойцы, мы должны быть командой! И мы добьемся успеха только если мы будем держаться вместе! Плевать, он все равно был не смешной! Вперед! Черт! Трос порвался! Что же выбрать? Успех или друзей? Упс! Извините, а долго еще будет идти этот театральный этюд? Как бы все уже поняли вашу метафору, да? Ты понял? Нет! Ты понял? Нет! Ну вот видите, не поняли всего два человека. Остальные молодцы. А вы вдвоем не переживайте, скоро мультики будут. Ну что ж, меня зовут Аля, мне 28, возраст Христа, да? Когда ему было 28? Вот я вот так придумала. Кстати, Сан Саныч, мы посмотрели все игры премьер-лиги и заметили, когда команды к вам обращаются, вы почему-то никогда им не отвечаете. Почему? Ладно. Холодный ветер с дождем усилился стократно, все говорит об одном, что нет пути обратно, что ты не мой лопушок, а я не твой Андрейка, что у любви у нашей села. Кремень, а? Миниатюры. Всем интересно, почему иногда курьеры очень долго везут заказ. Итак, представьте, на фудкорте. А? Ну все, ладно, прекрати, это ж людям есть. Как же ты мне нравишься, все-таки мужчины в форме – моя слабость. Не дождалась меня. Че? Заказы наши уводите. Теперь и девок начали уводить. А что ты хотел? Тебе не было 40 минут. Это что? Я теперь менеджер? А ну марш работать! Мир захватила волна феминизма. Все больше людей борется за права женщин. Ну, мне пока лень, если честно. Вот. Итак. Очередному начальнику пришли обвинения в том, что он домогается. Вот, это он ко мне приставал. Вранье, я феминист, защитник женщин. Он просил меня раздеться. Да, было, но я в этот момент был голый и требовал равенства. Аллочка, принеси мне кофе, потом я тебе принесу, мы же равны. Давайте серьезно, вы к ней приставали? Нет. Скажите правду. Я алкоголик. Пройдемте. Вы не имеете права. Позовите адвокатиху. Адвокатичку. Короче, мне нужна баба в очках и в юбке. А лучше две. Все, пакуем его. Я в тюрьму. Вяжи меня. Ну что, вот и осень. Сан Саныч, а может... Ну его этот КВН, да пойдем по грибы. Ну конечно, никто не хочет свои грибные места раскрывать.
каждым годом ЕГЭ становится все легче и легче. И так ЕГЭ через 50 лет. Ну что ж, ваше задание — надеть свитер. Блин, что сразу С-часть? Ой-о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 й. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Увы, 36 баллов. Блин, столько денег с мамкой на репетиторов угробили! Нет более взрослого мужчины, чем пацан, который вернулся из летнего лагеря. Уважаемые мать и отец, хотелось бы поблагодарить вас за то, что вы отправили меня в детско-оздоровительный лагерь «Ежики», где я встретил свою будущую супругу Милану. Лёша, какая свадьба? Ты еще суп со скандалами ешь. Мать, я уже все решил. Где бабушкино кольцо? На бабушке. Лёшенька, может быть, сначала ЕГЭ сдадим? Да чё я этот свитер не надену, что ли? Ты себя вообще слышишь? Матушка, можно тебе на минуточку? Ты когда-нибудь любила? Пойдем, я тебя провожу. Суп даешь? Сама дойдешь. Он невкусный, блин. Почему-то, когда преподаватели университета мутят, они думают, что об этом абсолютно никто не догадывается. Тук-тук-тук. Светлана Борисовна, разрешите поприсутствую? А что, Аркадий Николаевич, хотите побыть в роли студента? А вы знаете, у такого преподавателя, как вы, хочется учиться и учиться. Что ж, тогда начнем. Тема лекции... Пирамида Маслоу. Ух ты, ё-моё. Первая ступень — физиологические потребности. Ага. Кстати, Аркадий Николаевич, помните, мы с вами вчера эту ступень проходили? Ах, как мы ее проходили. У-ху. Так, чё ржём, а? Светлана Борисовна, умнейший преподаватель в свитере. А вы этот-то... Не хулиганьте, правильно Аркадий Николаевич говорит. Не хулиганьте. В аудитории камеры висят. Как это висят? Нет, тогда не висели. Все понял. Так, мне нужно намочить тряпку. А что это вы? Пойдемте вместе тряпку мочить. Да. Да. Так, Масляков-младший, за старшего. Котик, у меня жар, мне кажется, я вся горю. Лисичка, тебе что, нужен доктор? Да, мне нужен доктор. Доктор философских наук. Ух ты ж, ё-моё. Да не здесь. Понял тебя. Мне кажется, завкафедрой нас уже подозревает. Да господи, разведусь я с ней. А может, к черту это все? Да. Пойдемте. Прямо сейчас. Скажем им. Хватит молчать. Скажем им, да. Значит, дорогая... Значит, мы с Аркадием Николаевичем... Абсолютно точно. Хотим вам кое-что сказать. Давай. Пары не будет! Уважаемое жюри, а для нас финал... Лёш, да погоди, ну какое жюри? Ну в КВНе все решает лишь он, зритель. Вот давайте спросим зрителя, не знаю, молодой человек. Вот, да, например, вы. Как вас зовут? Александр. А отчество? Васильевич. О, нифига себе.
А фамилия? Ненастоящий. Уважаемый ненастоящий Александр Васильевич. Блин, все равно так волнуюсь, не могу прямо. Возьмете нас в финал? Да ну, конечно, возьму! Команда! Во! Уважаемое жюри, не знаю, настоящий, ненастоящий, я бы перестраховалась. Команда КВН имени меня, спасибо.